Сейчас попробую сделать видео с панорамой 360 градусов. Так вот, сейчас вы видите перед собой историческую часть Стамбула. Вот это, видите, вот это мыс Золотой Рог. Вот это, вот видите, это Мраморное море. И вот начинается пролив Босфор. Теперь давайте обойду сейчас всю площадку. Вы могли посмотреть здесь вид. Да, вид, конечно, захватывающий. В Стамбуле преимущественно оранжевые крыши. У них такая вот особенность этого города. Тут, видите, можно посмотреть интерактивные достопримечательности Стамбула, почитать о них. Если знаете английский или турецкий. Так, дальше, смотрите. Вот. Дали – это Принцевые острова. Или просто… это дала. Так, давайте посмотрим, как высоко это. Вон там люди. Не самым внизу. Да, продолжается экскурсия. Так, вот, там вот видите многоэтажная застроечка. А вот у тех людей, видите, в домиках у них у каждого по бассейну, но все люди будут видеть, что они делают в своих бассейнах. Ну что ж, нужно привыкать к такому. Так, дальше. Продолжаем. Красота неописуемая. Город, ну просто огромный. Я не знаю. Получается даже больше Москвы. Это много-много этажек. Ну, основная застройка, конечно, такая низкоэтажная. 3-4, а максимум 6-7 этажей. Есть, конечно, и многоэтажные дома. Маленькие домики, оранжевые крыши. Узнать этот город, посетить его, все кварталы, конечно, это практически невозможно. На этом идет вся жизнь. Но можно увидеть какие-то достопримечательности. И сейчас к одной из них я вас подведу. Внизу очень красивый парк историческими деревьями, которые по 200-300 лет. Так, сейчас мы подходим к одной из главных достопримечательностей. Тут у нас стена. Вот мы видим огромную эту мечеть с огромным турецким флагом. Я не знаю названий турецких, поэтому уж извините. Вот она, красавица. Тоже на холму, на холме. Любят турки строить все на холмах. Эта башня на холме стоит, и эта мечеть на холме. Соответственно, отличный вид открывается. А вот там, видите, кто-то играет в футбол, детишки. Так, вот мы подходим к Босфору. Подходим к Босфору. Вот видите, вот Босфор. Во всей красоте. Опять стена. Ничего не видно. И круг замыкается. Почти замыкается. Вот он, большой мост через Босфор. Видите, он там вдалеке. Там какой-то квартал с небоскребами. Несколько кварталов. Нету у них такого квартала, как в Москве, Москва-Сити. Или в Лондоне. Там у них
небоскребы раскиданы по разным местам. Ну что ж, такое тоже имеет право на жизнь. Так, и в итоге я, пожалуй, завершаю круговую экскурсию и возвращаюсь в исходную позицию. Вся экскурсия заняла 5 минут. Теперь вы увидели весь Стамбул, как он есть. Надеюсь, вам понравилось. А вон там, смотрите, какой красивый сад. Там я, может быть, попью чай, пью кофе после этой увлекательной прогулки.